Животный концерт? Вон, проваливайте со сцены! Отстой! Да, это выступление просто провал. Серьезно, сомневаюсь, что кто-нибудь слышит ударника. Эй, ты там, как насчет того, чтобы погромче? Да стараюсь я, стараюсь! Тунц-тунц-тунц-тунц-тунц-тунц. Куриная драма. Эй, что случилось между тобой и твоим другом? Ох, я бросила его. Ох, для его же блага на самом деле. Нет никакого шанса, между мной и им. Я не подхожу ему. Бедняжка, так значит, технически он сейчас свободен? Что? Ох, ничего. Ну ладно, увидимся. Эй, стой! Ох, вот нахалка! Черт возьми, она собирается переманить моего бывшего! Если я не подхожу ему, то она тем более. Любимый! Да придет спаситель! Если я что и узнала за прошедший год, так это то, что в мире творится полнейший отстой. Серьезно, все просто ужасно. Очевидное решение – собаки. Собаки делают этот мир лучше. Поэтому я изобрела собака-умножитель, чтобы заполнить ими мир. Просто велите собаке запрыгнуть в трубу и дернуть за шнур. Мистер Доксон, не могли бы вы нам продемонстрировать? Нет проблем. Дёрг! Новый друг! Конечно, но это еще не все. Каждый новый клон может спонтанно клонировать себя. Наблюдайте. Опа! И вуаля! Увеличение количества собак по экспоненте. Вы только представьте возможности. Бесконечное количество друзей. Некоторое время спустя. Так, ладно, на планете уже не осталось места. Наверное, уже достаточно собак. Идемте, друзья, собачий вид полностью заселил сушу. Пришло время покорять океан. Иху, 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 иху. И да, друзья, всем привет, меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборка комиксов от Кат Ракун. Да, это комиксы по гифкам. Если вы не видели предыдущие выпуски, обязательно зацените их по ссылке в описании. Ну а теперь поехали. Когда боги гневаются? Это я, Гея, богиня Земли и мать всего. Человечество должно усиленно трудиться, чтобы я поделилась своими дарами. Земля производит все, чтобы оно могло жить в достатке. Вы что такое делаете? Прекратите, говнюки! Вы же все уничтожаете! Природа не обязана легко сдаваться. Ну что ж, давайте, разрушайте красоту природы, но знайте... Тыщ, 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 тыщ! Передозировка. Ох, как же я обожрался. Как я успеваю сожрать столько хлеба? По моему виду не сказать, что в меня может столько влезть. Никогда, никогда больше я не буду так жрать, тем более хлеб. Просто... У тебя проблемы, Барри. Они просто бросали его. Что мне еще оставалось делать? Не есть его. Знаешь что, ты прав. Я больше не буду разрушать себя этой пагубной привычкой. Я больше не поддамся этим крахмальным соблазнам. Мои импульсы прожорливости. О боже, это хлеб! Жрать! Ярость игуаны. Так, новенький, да? Скажи мне, приятель, ты знаешь, как тут у нас все устроено? Если нет, тогда позволь мне прояснить тебе. Мой хвост, мои колючки, мой болтающийся мешок. Это все совершенно. Все эти детали лучше, чем у тебя, поэтому здесь указываю я. Потому что я здесь ящерозакон, врубаешься? Что это за взгляд, самодовольная задница? Почему ты не отвечаешь? Ты думаешь, что ты лучше меня? Что все это значит? Ответь мне, мерзкий урод! Ответь мне, или я уничтожу тебя! Великий трагик. Йоу, Карлос, я только что вернулся из супермаркета, и ты не поверишь, что я... Эй, чувак, ты выглядишь очень печально, может мне позвать кого-то или... Ты когда-нибудь задавался вопросом, что мы все актеры в какой-то трагической вселенской игре? Может поэтому нам всем так больно? Мы должны страдать по сюжету.
Наши страдания – это необходимое украшение, ибо только в сильном мучении мы можем реализовать весь наш потенциал. Боль – ничто, но искусство, мой друг. А я – нечто иное, как главный актер. Ох, эй, не волнуйся, собачка, я кое-что припрятал для тебя. Тебе понравится. Вкусняшки! О-о-о-о-о! Никогда не сдавайся. Как Спарки поживает после аварии? Ох, он в порядке. Конечно, было трудно, но он по-прежнему делает то, что и должна делать нормальная собака. Он ест, лает, играет с мячиком. С мячиком? Но он парализован. Ну, это не приговор. Ни дождь, ни слякоть, ни паралич всех конечностей не удержит Спарки от его любимой игры. Йоу, Спарки, давай сыграем, дружище. Вжик-вжик. Погнали! Хрум. Когда друзья уходят? Эй, Сид, ты странно ведешь себя в последнее время. Что с тобой? Алло, я с тобой говорю, чего ты молчишь? Чувак, с Сидом что-то не так, он молчит все время. Ты меня слышишь вообще? Поговори со мной, услышь меня. Нет, блин, нет, за что, боже, за что ты забрал всех моих друзей? Животная страсть. Вот почему и он такой милый? Как будто взяли самого милого в мире лягушонка и сделали еще милее. Эх, он такой милый, что сомневаюсь, что смогу заговорить с ним когда-либо. Блин, он только что посмотрел на меня. Точно посмотрел, смотрит прямо на меня. А теперь идет сюда, что же мне делать? Блин. Так, Нелли, успокойся, веди себя спокойно, не начинай психовать и вести себя агрессивно, как ты это обычно делаешь. Расслабься, и все будет в порядке. Божечки. Ручной зомби. Маркус, там на улице зараженный. Пристрелить его? Не, оставь его. От одного вреда не будет. Знаешь, когда ты так долго одинок, как я, начинаешь смотреть на вещи по-другому. Для меня они как котики, могут поиграть или укусить, а больше ни на что не годны. Теперь я предпочитаю играть с ними. Лазерная указка есть? Вот. Коварство. Что случилось, дружище? Ты выглядишь расстроенным. О, мне кажется, моя хозяйка хочет избавиться от меня. О, как же так? Ну, она хочет мимимишного пушистика, а я не пушистый. А это так? Ага, я не такой умный или талантливый, как ей надо. Она жаловалась, что я не умею выполнять всякие трюки. Ну, знаешь, я надеюсь, что она поменяет свое мнение. Она реально классно чешет шейку. Ага, интересно. Упс, похоже, что я случайно запер эту дверь с помощью своего превосходного интеллекта и ловких когтей. Что? Эй! Итак, где ты, говоришь, твоя хозяйка? Ты не посмеешь. Эй! Побег. Да, еще немного. Свобода так близко, я чувствую ее вкус. Ты никогда не выберешься таким образом. Тихо ты! Я отказываюсь дальше быть заключенным в этом доме. В один прекрасный день я дорою свой туннель, и ты присоединишься ко мне. Нет, на самом деле это не сработает. Ты был заперт тут слишком долго. У тебя просто не все в порядке с головой. Думаю, ты сошел с ума. Неважно! Заткнись и позволь мне копать, окей? Ну ладушки тогда. Я выберусь, я обязательно выберусь. Идиот. Кто хороший мальчик? Вау, взгляните! Кто тут милый щеночек? Ты мой милый щеночек, да, ты. Ты знаешь, Чарли, тут я тебе не помощник. Я чувствую, что ты относишься ко мне свысока. Оу, щеночек расстроен, а щеночку надо бип-бип? Бип. Волчья кровь бежит по моим венам, Чарли. Если бипнешь еще раз, упаси тебя. И что? И что ты сделаешь? Бипнешь мне обратно? Увидишь. Бип. Тыщ. Мастер стелса.
Чёрт, мы не можем убегать вечно! Мы должны спрятаться! Где спрятаться? На самом очевидном месте, конечно! Что? Тебе не кажется, что это немного рискованно? Не, эти парни полнейшие тупицы. Чем очевиднее нычка, тем лучше. В последнюю очередь они будут искать здесь. Да ты просто самоубийца, отдаешь себя на растерзание. Нет, доверься мне. Просто спрячься в каком-нибудь очевидном месте, и они никогда не смогут найти тебя. Поторопись, они приближаются. Где ты, крыса? Где же она? Черт побери. Ах, черт, я совсем на взводе. Что же мне теперь делать? Чем очевиднее нычка, тем лучше, да? Что ж, я надеюсь, что он прав. Прыг. А, что происходит? Где он? Где? Друзья, вчера у меня вышла большая подборка приколов с котами за 2020 год. Ролик вышел аж на 12 часов. Хотя изначально он вышел на 16 часов, но на YouTube больше 12 часов заливать нельзя, поэтому 4 часа еще осталось. И если вам понравился такой формат, то я залью еще 4 часа отдельным роликом. Ну а если вы не видели вчерашнюю подборку, то зацените ее по ссылке в описании. Если вы весь год смотрели все видосы, то вспомним, как это было. А если что-то не видели, то увидите в первый раз. Ну и зацените другие видосы на моем канале. В частности, у меня уже выходило несколько роликов подборок комиксов от Кэт Ракун. В описании также будет ссылка на плейлист со всеми его комиксами, ну, которые я уже озвучил. Так что, друзья, спасибо за просмотр, переходите по ссылкам в описании, ну а с вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока.